Маletti. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru. Города закрыты. Безлюдные улицы. Проспекты без машин. Госпитали и больницы забиты людьми. Такова реальность нашей планеты сегодня. Могла бы быть, но, к счастью, это совсем не так. В кратчайшие сроки, преодолев пандемические ограничения, мы возвращаем себе на руки уникальную возможность. И это не пустые слова. Мы возвращаем себе возможность путешествовать. Дамы и господа, меня зовут Артём Дмитриев, и сегодня в музыкальной программе «Chill» провозглашается главенство путешествий и приключений. Да, наше существование полно ограничений, но когда вообще было иначе? Поэтому собирай чемодан. Мы отправляемся. Play con time.
Спонсор сегодняшнего выпуска – Международная школа английского языка Wall Street English напоминает. Лучшее время, чтобы начать учить английский – сейчас. Зайдите на сайт www.wallstreetenglish.ru. Пройдите тестирование, и индивидуальный куратор составит для вас план по обучению, с которым вы освоите язык быстро и эффективно. Погружайтесь в языковую среду. Учите английский интересно с носителями языка. Зайдите прямо сейчас на www.wallstreetenglish.ru. Очевидно, что для каждого человека существует свой вариант идеального отпуска. Кто-то получает удовольствие от дачного отдыха, для кого-то лучший отдых в компании друзей, кто-то предпочитает комфортабельные курорты, где можно пожить на широкую ногу, а кто-то, выкроив пару свободных дней, стремится уехать туда, где еще не был, отправиться в настоящее путешествие. Меня лично подташнивает от дорогих отелей, сервиса и натянутых улыбок персонала, который стремится тебе угодить. Интереснее полностью погрузиться в реальную жизнь людей той страны, где оказался. Безусловно, в путешествии всегда пригодится английский язык. Без него было бы сложнее общаться с разными представителями многочисленных стран. А английский действительно стал универсальным. Именно сейчас, когда закрыты границы, возможно, самое время подтянуть его.
Общаясь с местными жителями на рынке или в баре, узнаешь намного больше, чем слушая персонального гида. Фрейд однажды сказал: «Общаясь, мы изучаем себя через собеседника. Общение приносит выводы, общение помогает нервной системе найти ответы на вопросы, которые мучают, и решить проблемы, которые раньше казались нерешаемыми». Безусловно, отдых для каждого свой. Но считается, что путешествие относится к определенному виду психотерапии. Если отправиться в интересную поездку, то можно не только получить яркие впечатления, но и расширить кругозор, даже изменить мировоззрение, проанализировать собственную жизнь и двинуться навстречу чему-то новому. We'll be right back.
Считается, что одна из основных целей путешественников – общение с новой страной, изучение людей, которые там живут. Нам интересно проникнуть в их жизни, понять ценности, узнать традиции. Видя все это, я научаюсь определять, что является главным в моей жизни. Иногда в общении с совершенно новыми для тебя людьми ты можешь найти ответы на свои вопросы. Путешествуешь по миру, видишь, как по-разному живут люди, все это разрушает твое привычное мировоззрение. Все, что я принимал за единственно верный ответ, может быть опровергнуто или дополнено даже после мимолетного разговора со случайным незнакомцем или наблюдения уклада жизни в какой-то стране. Путешествие — это новые знания. Это знакомство с другими и с самим собой. Thank you.
всякого сомнения, путешествие – это лучший способ познавать мир. Это не значит, что сидеть в своем родном городе, посещать работу и возвращаться домой так уж плохо. Дело в том, что наш взгляд замыливается. Мы привыкаем к пейзажу, к распорядку дня, к особенностям своей жизни в мегаполисе. Именно поэтому иногда стоит отступить в сторону от привычного уклада и расширить горизонты. Что для путешествий нужно очень много денег. Однако это совсем не так. В конце концов, ты можешь сесть на электричку, которая отправляется из центра твоего города, и приехать в какое-нибудь небольшое селение. Уже там-то узнаешь, насколько по-другому живут эти люди, как меняется их жизнь в зависимости от погоды, и сам немножко станешь местным. В конце концов, у нас не так много способов познать этот мир. Один из них — это экспериментировать. Делать что-то совсем по-новому. И путешествие, особенно сейчас, когда мы так долго сидели дома, возможно, единственный шанс выполнить эту задачу. В конце концов, путешествие — это способность избавиться от иллюзий. Встреча с самим собой и с другими людьми, совершенно иными пейзажами, к которым ты не привык — все.
Все это заставляет тебя учиться чему-то новому и расти как личность, благодаря пониманию и уважению отличий между разными культурами. Ничто в жизни не сравнится с тем трепетом, который ты испытываешь перед красотой природы и с той радостью, которую чувствуешь, пообщавшись с человеком, который говорит на другом языке, или попробовав какое-то блюдо, о котором раньше даже не слышал. Если говорить о том, что еще 100 лет назад путешествия были чрезвычайно затратными и энергетически, и финансово. Если сейчас из одного города в другой вы можете долететь за пару часов или доехать на поезде за пару дней, то тогда путешествия измерялись десятками дней, а то и недель. Наше время — это время путешествий. Перемещение по городам и странам перестало быть доступно только избранным.
Так почему бы не воспользоваться этим шансом прямо сейчас, взяв с собой чемодан и чил? Stepping out, it's Friday night. How I'm longing for this day. Yes, I'm single, oh, we want to mingle. And my friends are on the way. You got that good, good vibe. I want to spend some time back here with you. То, что те испытывают острое чувство счастья. А заведуют этим три гормона – эндорфин, дофамин и окситоцин. По мнению психологов, именно в отпуске и дальней дороге они вырабатываются чаще, чем в обычной жизни. Именно в такой ситуации человек испытывает сильные эмоции, попадает в необычные ситуации, активен физически и вынужден решать нестандартные задачки. И, наконец, иногда даже влюбляться. About 100 days with laying in the yard, staring up at stars, wondering where all the planes went. It would be you. As if the world has got to end, you might as well just
stops broadcasting. Just making drinks instead of plans while the record player's blasting. Очевидно, на морских побережьях свою лепту вносит и витамин D, которого так мало в сером Петербурге или в дождливой Москве. Именно он активизирует работу всех четырех гормонов. Поэтому ощущение счастья на морском побережье одно из самых острых. И чаще всего именно оно манит в отпуск на курорт. Главным поставщиком счастья является эндорфин. Обычно, чтобы добыть эндорфин, приходится потрудиться, то есть реально напрячь мышцы. Это хорошо знакомо спортсменам. После тяжелой тренировки происходит выброс гормона в кровь, открывается второе дыхание, и на смену усталости приходит эйфория. Однако это же состояние можно получить и от глубоких эмоций и впечатлений. Этому весьма способствуют красивые пейзажи, экскурсии по средневековым крепостям или любование полотнами великих художников в музеях. Yeah.
дофамин отвечает за мотивацию, чувство вознаграждения и радости. Он тоже весьма активно проявляется в путешествии, особенно в чужой стране. Там мы сталкиваемся с нестандартными ситуациями, и поэтому даже маленькое достижение — узнать дорогу или найти лучший отель в городе — вызывает выброс дофамина и огромную радость. Повышение уровня окситоцина, гормона любви и доверия, тоже вполне объяснимо именно в отпуске. В это время мы становимся более расслабленными, открытыми, легко находим общий язык с другими людьми. Thank you.
Выпуск выходит при поддержке Международной школы английского языка Wall Street English. Вы же знаете, что владение языком открывает для вас большие возможности. А значит, пора заняться им всерьез. Wall Street English поможет. Зайдите на сайт www.wallstreetenglish.ru, пройдите тестирование, и для вас будет подобрана индивидуальная программа обучения. А персональные наставники и преподаватели, носители языка, помогут учиться интересно и эффективно. Начните заниматься прямо сейчас. Заходите www.wallstreetenglish.ru. Выпуск выходит при поддержке Международной школы английского языка Wall Street English. Путешествие – это возможность как бы заблудиться в прекраснейшем из всех миров. Например, когда ты учишь местный язык и иногда привыкаешь общаться на английском. В путешествиях всегда приходится рисковать, доверять незнакомцам. И что самое главное – собственной интуиции. Меня зовут Артем Дмитриев. Это Chill. Путешествуйте. Сейчас самое время. Однако не забудь подписаться, чтобы новый выпуск программы сопровождал тебя в этом прекрасном познании мира. Спустя рубрику «Классика» пройдет неделя, и мы услышимся вновь. Пока! Малетти. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.